Всем доброе утро! Сегодня у нас суббота. Я накрашена, потому что я собиралась поехать в центр. Но, к сожалению, погода подкачала. Хотя, девочки, целая неделя, вот до вчера, супер солнечная погода была. По утрам тоже не так холодно, от 13 до 15 градусов. А вчера вообще было 29 градусов жары, можно сказать. Прям лето-лето ощущалось. В маечке ходишь, и нормально тебе. И вечером, когда я уже пошла спать, начался сильный ветер. Немножко дождик полил, я думаю, потому что сегодня утром, когда проснулась, посмотрела, дождя не было, и асфальты уже практически сухие были. То есть они такие полувлажные, можно сказать. Но пока я красилась, все... Больше и больше ветер начался, и сейчас просто без остановки льет дождь. Ладно бы он моросил, да, но здесь он прям льет. И из-за этого пока я не могу поехать в центр, но тем не менее нам сегодня надо будет съездить по мебельным магазинам. Будем искать шкаф, который хотим приобрести. Если найдем, то сразу же постараемся привезти сегодня. Вот, чтобы на этих выходных я уже вытащила вещи, потому что это уже невозможно терпеть. Постоянно лазишь в этих коробках, и в основном одну и ту же одежду я ношу, то, что я оставила, да, еще перед переездом, и не хочется лазить вот так, там, перемешивать все, ну, я хорошо там сложила вещи, чтобы потом... когда шкаф приедет, хотя с другой стороны я все равно их переложу, естественно, по-другому, да, но тем не менее, короче, они сложены, и при выборе одежды все это мешается, сами понимаете, из коробки доставать, вот, поэтому мне срочно-срочно нужно уже шкаф, чтобы здесь стоял, и я могла заняться организацией шкафа вот с вещами. Да, потом надо будет купить корзинку, хочу для того, чтобы скапливать грязные вещи и потом стирку бросать. У нас была такая корзинка пластиковая, но я хочу вязаную. Вот, я знаю, что в ТК Макс они вроде как продаются, надо будет посмотреть. В Пока еще видела, но там вязка какая-то, цвет вязки не очень красивая. Ну, посмотрим, может быть в XXL или в Ригер. Ну, короче, мы будем ездить по мебельным магазинам. Потом хочу купить ванную комнату Палас, коврик. Вот. И да, по мелочам что-то надо будет покупать, но основное, говорю же, это шкаф. Главное, чтобы найти шкаф. По длине я приблизительно понимаю, какую хочу, потому что рядышком с шкафом я хочу поставить еще тумбочку, чтобы туда складывать какие-то вещи. Давайте, девочки, я вам покажу, как получилось мне наклеить в нашей комнате, в спальне, именно комнате, обои. Очень-очень мне нравится, расцветка просто шикарная. Уже говорила, сюда пойдет шкаф, вот в этом, с этого уголка я его поставлю, вот до сих пор где-то, я думаю, и сюда еще одну тумбочку, и тут может быть картинку какую-нибудь, ну посмотрим, или не картинку, а какие-то полочки можно будет сообразить. Да, мне безумно нравится расцветка. На самом деле первый оттенок, такой цвет коричневый, да, там был, мне тоже понравился. Но, говорю же, мужу не очень понравилось, поэтому мы остановили свой выбор вот на этом цвете. Очень классно смотрится. Так, темные стены с одной стороны, и тут все белое будет. Сейчас давайте я вам покажу с другой стороны. И таким образом выглядит сторона, где у нас вход, дверь, которая мне абсолютно не нравится. Конечно, она сочетается с цветом кровати, но эта дверь очень старая. Мне кажется, когда строили этот дом, поставили эти двери и все. Больше их не меняли. К сожалению, нам агенция сказала, что мы не можем перекрасить дверь, поэтому вот таким вот образом и останется. Ну, пусть останется, не важно, что ж смотреть на дверь, да? И, кстати, говорила вам или нет в прошлом влоге, этот дом очень старый. То ли, если я правильно поняла, 70 лет этому дому, то ли 1970 года стройки. Вот, построили в 1970 году. Короче, я помню число 70, но не помню, то ли это год, то ли это вот сколько лет уже дому. Короче, вот таким вот образом. Мне безумно нравится. И выключатели тоже, посмотрите, девочки, они старые. И вот это то, что вы видите, покраску, это я все буду счищать, это от предыдущих жителей. Так они стены красили. Тоже, наверное, новички. Но тут не пожалуешься на них. Мы сами много косяков делали, но тем не менее нужно было хотя бы сразу же очистить, чтобы вот этого не оставалось. Но тут чистить и чистить, конечно, еще много чего. Ну, чтобы, знаете, хотя бы чуть-чуть поприличнее выглядело, и выключатель, видите, тоже старый-старый, сейчас они более новые, да, у нас в ванной комнате новый выключатель, ну, более-менее новые выключатели, такие широкие, а эти прям старая версия.
Шла на балкон, чтобы показать вам, как сильно идет дождь. Он прям такой обильный, не знаю, на камеру ощущение, как будто и не видно, что дождик идет, но он сильный, очень сильный. Ну ладно, девочки, увидимся с вами уже в мебельных магазинах. И мы поедем на машине, естественно, поэтому дождик нам не опасен, можно сказать, но все равно было бы приятнее, как вчера погода солнечная. Красота просто. Один день и прям совершенно другая погода. И мне безумно нравится, что везде очень много света. Вот сейчас тоже так хорошо свет падает. Снимать вам макияж вообще отлично будет. И это при том, что пасмурно на улице, да? Мне кажется, освещение хорошее. Как вы думаете? Мне кажется, хорошее. Ну ладно, увидимся с вами чуть попозже. Сейчас думаю поесть борщик. Я, девочки, его вчера приготовила. Ой, какая вкусняшка. Не ела борщ, мне кажется, больше 2 месяцев, это точно, может даже и 3 месяца. Мы выехали, но сначала решили заехать в ВДК, который у нас здесь неподалеку находится. Если Альди в 650 метрах от нашего дома, то ВДК в 750 метрах, представляете? До Альди я уже ходила пешком, и где-то 4-5 минут мне всего потребовалось, чтобы туда дойти. Очень-очень удобно. Но мы зашли в ВДК для того, чтобы муж себе купил что-нибудь быстренько так поесть. Дома, в принципе, было что поесть, ну, то есть сэндвич. Но ему захотелось именно ВДК что-то купить, потому что он там любит. И представляете, приходит вот с таким миниатюрным Моцартом. Он знает, что я очень люблю Моцарт конфетки. И вот такой вот небольшой подарочек мне сделал, как приятно. Потому что я в машине осталась ждать его. Ну а сейчас поедим и потом поедем. Точнее, он поест, я Моцарт съем. И потом уже поедем смотреть шкаф. Мы приехали, в первую очередь решили зайти в магазин Memex называется. Сейчас посмотрим. Вон Цима. Шла в Цима. Обергешос. А сейчас пойдем смотреть шкаф. Постоянно забываю слово. Здесь очень красиво, кстати. Там уморомычили. Здесь товары для ванной комнаты. Тоже что-то надо будет присмотреть. Вот это, мне кажется, для обуви классно было бы. Всего 35 евро стоит. Или вот это вот чуть побольше, 49 евро. Так, сейчас здесь посмотрим. Вот такая вот штука нужна бы была мне для ванной. А вот это 64,90, здесь сразу же, смотрите, как удобно, здесь сразу же короб для того, чтобы вещи собирать грязные, и также можно поставить сверху что-то. Класс, класс. Очень нравится такой стиль деревянный. Это я тут. Смотрите, какой классный стол. Я тут смотрю для себя кое-что тоже. Но для того, чтобы расставлять косметику, здесь, конечно, не получится. Креслица удобная. У меня, кстати, в таком же цвете кресло. А вот тут начинается, мне кажется, шкафы или здесь кровати. Наверное, шкафы все-таки. Кровать у нас деревянная. Было бы круто, если бы мы нашли шкаф какой-нибудь такой. Деревянный. Боже, как красиво это смотрится, девочки. 399 стоит. Тут можно организовать. Короче, вообще классный стол. Ой, стол, говорю, шкаф. И вот это вот рядышком, если поставить. И туда бы парфюмы, да, расставила себе. Круто было бы. Вот этот шкаф красивый. Опа. Выдвижной. Я хочу выдвижной шкаф. Ну, если не найдем выдвижной, конечно, можно будет и приобрести открывающийся. Так, вот тут еще шкафы. Вот это, возможно, было бы идеально. Погода, само 250 евро. Ой, тут комод есть, но этот комод отдельно 125 евро.
Не море. Турбина молдовская. Не знаю, мусика. Значит, что нет. Сейчас надо будет еще посмотреть. Не чмово, але лепое. Не кажу. Ми кажемо не нечому, можемо поглядати ж. Та само смостиглі. А от за 199 шкаф обичний. Мені кажуть, здесь мало що встане. Постоянно не знаю, як відкривати. А от так. Внизу здесь можна щось ставити. Знаходимося в ліфті. Прикольно. Зараз поїдемо вниз. Вверх. Почему-то вверх едем. Мы уже находимся дома. По магазинам, когда ходили, не так много чего снимала, потому что я больше концентрировалась для того, чтобы найти шкаф. К сожалению, шкаф мы сегодня не смогли приобрести. Тот шкаф, который нам понравился, в Поко он был, стоил 333 евро по акции. Он, к сожалению, не был в наличии, и ждать надо было 5-6 недель. Это слишком долго, поэтому мы подумали, возможно, где-нибудь просто закажем. Вот, хотя бы, чтобы в течение недели к нам шкаф приехал. Да, зато мы купили кое-какие вещи, сейчас я вам покажу. В ТК Макс быстренько заскочили, я там хотела корзинку купить, как уже говорила, мне кажется, в видео, корзинку для вещей, но не было. Вот когда мне эта корзинка не нужна была, я ее постоянно видела в ТК Макс. Теперь надо будет ловить, ездить и ловить, короче. И в ТК Макс также себе кое-какие штучки купила, ну как... Один декоративный продукт и один лак для ногтей, я потом вам покажу. Но хотелось бы начать, что мы приобрели. Нахожусь я на кухне, кстати, сейчас переверну камеру, покажу. Вот, купили мы микроволновую печь от Samsung, она стоила 127 евро. Очень красивая, мне так понравилось. Внутри особенно. С мужем очень внутренняя часть понравилась. И муж сказал, как будто бы Galaxy, галактика. Очень красиво, синего такого цвета, с белыми точечками. Короче, и мужу, и мне понравилась эта модель микроволновой печи. И на самом деле мы ее давно хотели купить, но как-то руки не доходили. Когда я сегодня подогревала борщ, мне пришлось использовать обычную кастрюльку, ставить на плиту и подогревать, чтобы поесть. Все-таки с микроволновой печью это намного быстрее происходит. И наконец-то мы ее купили. Потом сейчас покажу. И в магазине XXL мы нашли очень хороший набор для ванной комнаты. Это получается... тумбочка, которая будет снизу умывальника стоять. Конечно, когда все мы сложим, все я вам покажу. И также висячая полочка, шкаф, наверное, да, висячая полочка, шкаф. Но вы тоже потом увидите окончательный результат, потому что на данный момент мы не можем поставить ни тумбочку, потому что тумбочку нужно было заказывать, так как ее не было в наличии в магазине. И нам нужно будет ждать эту тумбочку где-то 5-6 недель. Но это не настолько необходимая вещь, поэтому мы сказали хорошо, потому что просветки классно они сочетаются, ну потому что это набор, да. Там еще были шкафы различные, но у нас ванная такая, что туда шкафы невозможно поставить. Потом я вам как-нибудь покажу, когда уже ванная будет готова полностью, когда я ее полностью, можно сказать, оформлю. Завтра, я думаю, муж уже соберет ее, но, к сожалению, мы пока еще не можем ее повесить, потому что мы не знаем, какая система нужна. Может быть, надо будет нам сверлить, там дырочки делать. Короче, все нужно смотреть, но вроде как от предыдущих жителей, которые тут были, там в стене еще осталась такая, знаете, шина такая, на которой можно повесить. И когда мы покупали, муж в принципе предполагал, что этот шкаф можно будет туда повесить, но мы посмотрим, если что, докупим то, что нужно. Но когда соберет, я вам тоже хочу показать, как выглядит этот шкаф полочка с полочками. Очень-очень понравился. И плюс зеркало, конечно же. Но опять-таки же тут нам нужно придумывать свет, ну, чтобы светло, светилось, да. Так как, девочки, в ванной комнате одна проблема. Нет лампы на потолке. То есть туда нет вообще. Получается, свет идет только со стены. Только туда можно закрутить лампочку и так далее. Так что так. Поэтому нам нужно, чтобы очень-очень хорошее освещение было. Ну, все мы потом посмотрим, как это сделаем, и я вам, конечно же, покажу. Далее, что мы купили, вот, кстати, стены. Видите, как они наклеили? Вон,
как наклеили, так они и стоят. Здесь мы, кстати, ничего не красили. Может быть, я думаю, все-таки какие-нибудь обои я наклею. По хорошей цене в Пока можно найти, поэтому без проблем можно купить. Кстати, когда в Пока ходила, посмотрела со скидкой. Один рулон обоев стоит 4 евро 99 центов, поэтому копейки. Вот, смотрите, девочки. Купила коврик для ванной комнаты. Такая классная расцветка. В ТК Макс приобрела. Стоимость 19 евро 99 центов. И я так предполагаю, что этот мат не будет скользить. И самое главное, что можно стирать в стиральной машине, представляете? Так что так. Достаточно большой коврик. Сейчас. Тут написано, мне кажется, было 60 на 100. Вот. 1 метр длиной. Вот. Короче, классный-классный коврик. Расцветка шикарная. Ну и давайте напоследок покажу вам косметические продукты, и потом будем с вами прощаться. Вот мои быстрые покупки в ТК Макс. У меня муж пошел как раз-таки оплачивать коврик. Там очередь большая была. Я ему сказала, иди оплачивай, а я пока немножко косметику посмотрю. И в тот момент, пока он еще до кассы не дошел, я нашла вот эти вот два продукта. Быстренько побежала, дала ему и вот купила. Значит, первое — это вот такой вот очень красивый оттенок лаков. Напоминает мне уже зимнее такое настроение. Крисмаси настроение, да? Рождественское настроение, забыла просто слово. 4 евро 99 центов стоило, поэтому очень-очень хотелось купить. Но я, конечно же, не буду ждать Рождества. Я сегодня же уже накрашу этим лаком ноготочки. И нашла, та-дам, от Physicians Formula вот этот вот бронзер, который с маной идет. Не муру-муру бронзер, а это... Мэтт Маной Баттер Бронзер. И вы знаете, это пахнет как раз-таки цветком Тиаре Маной, как от Ифраше, их гели для душа, спреи разные. Вот так же пахнет, да, так же пахнет и этот бронзер. Достаточно светлым кажется почему-то на камеру. Чуть-чуть потемнее в жизни, но если даже как бронзер мне, возможно, не будет подходить на данный момент, так как у меня еще до сих пор сохранился загар, я могу использовать как пудру, потому что продукты от Physicians Formula хорошие, поэтому как пудру можно будет использовать. Посмотрите, как классно. Тут кто-то заляпал, но главное, никто не свотчил. То есть я не вижу вообще никаких отпечатков пальцев, и то, что терли там, видите, ничего нет. Из-за этого я купила, и не было других вариантов. Какая расцветка прикольная. Не знаю, мне очень нравятся бежевые такие цвета. Единственное, очень плохо закрывается. Она раскрывается как-то сломано, наверное. Ну да ладно, ничего страшного. За 4,99 просто находка. Вот мои небольшие покупки сегодня. На этом буду заканчивать влог. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.